Здравствуйте, меня зовут Мелани. Добро пожаловать в iFit Life. В течение следующих нескольких минут я покажу вам, как эта невероятная фитнес-технология поможет вам добиться реальных результатов в тренировках и позволит достичь поставленных целей, сбросить лишний вес, войти в форму и улучшить самочувствие. Вначале я покажу, как iFit Life работает совместно с вашим фитнес-оборудованием и как приступить к началу тренировки. Прежде всего, нужно зарегистрировать свой профиль в интернете, а затем мы изучим удивительные функции iFit Life, в том числе тренировки с Джиллиан Майклс и маршруты, которые поддерживаются Google Maps. Рассмотрим, как при помощи Google Maps вы сможете составить собственный маршрут и загрузить его прямо на ваш тренажер. Узнаем, как можно соревноваться со своими друзьями и делиться информацией на Facebook. Приложение на вашем iPhone будет держать вас в курсе всех важных событий. Кроме того, вы узнаете, как совместить свою диету с ежедневными физическими нагрузками, вроде баскетбола, плавания или ежедневных тренировок в фитнес-зале. По сути, iFit Life позволит вашей беговой дорожке, арбитреку или другому кардиотренажеру создать персональную тренировочную программу специально для вас. После того, как вы закончите тренировку, ее результаты будут автоматически загружены в ваш профиль на странице www.ifit.com. Позвольте мне показать вам, как iFit Life работает в тандеме с вашим фитнес-оборудованием. iFit Life может синхронизироваться с тренажерами двумя способами – через Wi-Fi или же при помощи устройства памяти через USB. Для беспроводного соединения через Wi-Fi у вас должен быть модуль iFit, который использует эту технологию. Благодаря ему вы сможете загружать тренировочную программу на спортивное оборудование и вносить результаты тренировок на ваш профиль iFit. Данный модуль может быть встроен в ваш тренажер, как в случае с беговой дорожкой X7i, или же вы можете приобрести его отдельно. В любом случае, после быстрой установки ваше оборудование будет автоматически настроено. Если у вас нет беспроводного роутера, не стоит отчаиваться. Вы сможете получить доступ к iFit Life при помощи обычного устройства памяти и USB. При использовании USB вы просто подключаете флешку к своему компьютеру. Затем тренировка загружается на флеш-карту. После вам нужно будет вставить ее в специальный модуль, и тренировка загрузится на ваш тренажер. После завершения тренировки вытащите флешку из модуля и вновь подсоедините ее к своему компьютеру. После этого результаты тренировки загрузятся на ваш профиль. Однако намного интереснее, когда вы используете Wi-Fi, ведь тогда все процессы автоматизированы и результаты тренировок вносятся на профиль сами с собой. Перед тем, как приступить к использованию iFit Life, вам нужно будет зарегистрировать свой профиль на www.ifit.com. Делается это следующим образом. Откройте браузер и зайдите на сайт iFit, кликнув по ссылке регистрации. Там вас попросят ввести код активации, который прилагается к вашему оборудованию. На следующей странице необходимо заполнить поля с вашими личными и фитнес-данными. Эта информация позволит создать тренировочную программу специально для вас и отследить прогресс в тренировках. Нажав клавишу «Продолжить», вы завершаете регистрацию. После этого вам нужно будет сконфигурировать ваш модуль iFit. Нажмите на ссылку и просто следуйте инструкциям. Когда ваш модуль будет готов, вам останется синхронизировать его с фитнес-оборудованием. Процесс может занять от 1 до 2 часов. Но он полностью автоматизирован. Вам нужно будет только вставить модуль в консоль тренажера. После замигает зеленый индикатор, и вы можете заниматься своими делами, пока процесс не подойдет к концу. Индикатор прогресса на консоли сообщит вам об окончании синхронизации. Теперь ваша первая тренировка загружена на тренажер, и вы можете приступить к занятию. Вам нужно будет выбрать в консоли одну из тренировок iFit. Для этого нажмите «Старт», и тренировка начнется автоматически. iFit будет контролировать скорость и угол наклона во время занятия. Если вы захотите внести изменения в тренировку, скажем, сделать ее проще или сложнее, нужно просто изменить скорость или угол наклона на беговой дорожке, а на арбитреке выставить другой уровень нагрузки. Только что мы увидели, как зарегистрировать аккаунт и как iFit Life взаимодействует с вашим оборудованием. Теперь пришло время провести тур по сайту www.ifit.com, где сосредоточены невероятные возможности iFit, которые делают ее одной из самых мощных фитнес-технологий из существующих на сегодняшний день. Система iFit имеет множество функций, которые позволят вам достичь наиболее эффективных результатов в фитнесе.
Эти возможности также позволят добавить в вашу фитнес-программу больше разнообразия, что позволит вам всегда оставаться мотивированным. Но давайте внимательно рассмотрим сайт www.ifit.com. Когда вы заведете свой профиль на сайте iFit, то он будет выглядеть следующим образом. 5 панелей, которые обеспечивают обзор различных элементов вашей программы. Здесь есть обзорная панель, панель тренировок iFit Life, ваша еда, ваша тренировка, ваш вес. Передняя часть, она служит для быстрого обзора. И задняя, которая дает более детальную информацию. Следующий важный элемент приборной доски – это инструмент входа в систему. Здесь вы можете ввести информацию о вашей диете, дополнительных упражнениях, которыми вы занимались вне тренажера, и данные о вашем весе. Через минуту мы более детально рассмотрим приборную панель. Но сейчас позвольте мне показать хотя бы малую часть из удивительных тренировочных возможностей iFit Life. Джиллиан Майклс известна как самый крутой тренер Америки. И iFit Life – единственное место, где вы можете потренироваться вместе с Джиллиан и позволить ей проконтролировать ваше фитнес-состояние. На приборной доске нужно выбрать MyFit. Здесь хранятся все ваши персональные тренировки, включая ту, где Джиллиан выступит в качестве вашего персонального тренера. Вот как это будет выглядеть на вашей беговой дорожке. На протяжении всей тренировки вы будете слышать голос Джиллиан. Она будет тренировать и мотивировать вас, а также контролировать скорость и угол наклона беговой дорожки. Следующей удивительной опцией является возможность составления своего собственного маршрута, который поддерживается Google Maps. Еще раз выберите на своей приборной доске MyFit, затем Workout Builder, редактор тренировок. Вначале нужно дать вашей тренировке название. Например, я назову эту тренировку Сан-Диего. Потом в поисках места, где вы хотите проложить этот маршрут, напишите Сан-Диего и начните прокладывать свой путь. Предлагаю пробежаться рядом с заливом. Для этого просто нажмите кнопку и проложите маршрут по тому пути, который вам больше нравится. Сделайте двойной щелчок для того, чтобы закончить прокладку маршрута, и iFit покажет вам общую дистанцию. Когда вы сохраните это занятие, оно автоматически станет во главе списка в разделе «Мои тренировки». Как только вы начнете пробежку, панель управления покажет район тренировки при помощи вида Google сверху. На протяжении тренировки на приборной доске будут отображаться ваша скорость, пройденное расстояние, израсходованные калории, продолжительность тренировки и текущий угол наклона. По мере того, как вы будете бежать, красный маркер будет показывать ваш прогресс. Вы также сможете выбрать вид карты или ландшафта, который обеспечит вам наиболее реалистичные ощущения во время пробежки. Кроме того, существует возможность делиться своими маршрутами или соревноваться со своими друзьями. Благодаря нашему приложению на Facebook, каждый раз, когда вы будете тренироваться, ваш профиль будет обновляться для того, чтобы показать, что вы тренируетесь. Ко всему прочему, он будет транслировать ваши результаты в реальном времени. Прямо сейчас мы также хотим представить вам соревнования в стиле iFit Life. Новая концепция, благодаря которой вы сможете соревноваться один на один или буквально с тысячами других людей. Это еще одна особенность, которая делает iFit уникальной фитнес-технологией. Позвольте, я покажу вам, как при помощи iFit контролировать собственную диету. Сначала нажмите кнопку Expert Mode. Допустим, вы съели на ужин определенное блюдо. Вы выбираете соответствующую букву, на которую начинается его название. В верхней части панели. Находите эту еду, и программа показывает количество калорий, которые содержатся в стандартной порции. Представим, что вы были очень голодны и съели не один, а два кусочка. Тогда вам нужно просто использовать слайдер для того, чтобы изменить количество. Например, вы выбрали двойной бургер со всей начинкой. Это целых 948 калорий. Давайте попробуем нажать «Подтвердить двойной бургер». Теперь, когда вы посмотрите на свою панель еды, бургер высветится, и панель покажет количество калорий, которые вы употребили за сегодняшний день, и вашу ежедневную задачу по их сжиганию. Тот же принцип применим к дополнительной физической активности. Допустим, во время своего обеденного перерыва вы вышли на прогулку. Для того, чтобы ввести эту информацию, выбирайте упражнение с помощью инструмента ввода. Потом выбирайте просмотр упражнения. Прокручиваем до ходьбы и вносим ее продолжительность. Например, мы выбираем 30 минут, а потом используем слайдер для того, чтобы указать интенсивность нагрузки.
Нажимайте на кнопку «Ввести» и «Закрыть». Вот и все. Ваша панель упражнений мгновенно обновилась, так же, как и ваша ежедневная панель обзора. Теперь мы более детально рассмотрим панель на вашей приборной доске. На ней отображается информация по калориям и упражнениям. Когда вы будете вводить данные о своем питании и упражнениях в течение дня, ваша приборная панель будет показывать, насколько вы выкладываетесь для достижения своей цели в фитнесе. Вот и все. Сейчас наиболее полная и мощная фитнес-технология в мире находится прямо у кончика ваших пальцев. iFit на самом деле работает. Она полностью устранит пробелы в вашей фитнес-программе. Упражнения, уровень физической активности, диета. Все это контролировать позволит вам iFit. И результат не заставит себя долго ждать. Вы будете лучше выглядеть и отлично себя чувствовать. Спасибо за просмотр.